В светлые пасхальные дни отдел по социальному служению и благотворительности Тульской епархии провел в стенах Тульской духовной семинарии давно ставший традиционным праздник для детей и социальных учреждений Тулы. Кульминацией концерта стал мастер-класс от ансамбля «Звонарей звонится», во время которого дети с удовольствием звонили в колокола, сохраняя в своих сердцах и душах пасхальный благовест и радость. Пасхальные дни мы приехали из Тульского государственного педагогического университета и хотели бы показать детям искусство колокольного звона, так как колокольный звон неразрывно связан с этим праздником, и надеемся, что всем понравится. Гостей праздника поприветствовал протоиерей Сергий Резухин, председатель отдела по социальному служению и благотворительности Тульской епархии. Христос воскресе! Настоящий праздник так велик, что нет грустных людей. Каждый человек может найти утешение в торжестве настоящего дня. И поэтому мы вам очень благодарны, что сегодня вы пришли разделить с нами радость Святой Пасхи. А мы имеем возможность и вас поздравить с праздником Пасхи, вас всех обнять и сказать вам эти бессмертные, всегда живые и вечные слова – Христос воскресе! Воистину воскресе! С праздником Святой Пасхи всех! Мы уже давно стали друзьями, поэтому в очередной раз привезли сладкие подарки для детей с надписью «Христос воскрес!» – пасхальные прянички. За чаем с пасхальными яйцами, куличами и тульскими пряниками с надписью «Христос воскресе!» праздник продолжился творческими дарами детей друг другу и Христу. Помолиться в этот дом входит в трепете святом. По утрам и вечерам это православный храм. Под землей не все соловец. Христос воскрес, воистину воскрес. Мы цветочки из райского сада. Все мы разные, целый букет. И спешим мы Христу поклониться, принести наш душистый привет. Сегодня я услышал звон колоколов, и мне очень понравилось, и даже уши заложило. Но теперь я знаю, что их слышно далеко-далеко. Мы сегодня с друзьями ездили в церковь, и там мы увидели много интересного. Нам рассказали, какие бывают пасхальные колокола, как в них звонить. Было очень много интересного. И когда я вырасту, я тоже где-нибудь тоже постараюсь позвонить в колокола. Сейчас идут праздники, мы сейчас с другом стукнемся яйцами и скажем друг другу приятные слова о Христосе. Давай. Христос. Воскрес. Воскрес. Воистину воскрес.